Всем привет! Меня зовут Татьяна Дикая. Я хочу оставить отзыв о курсе «Неипотечный брокер. Путь с нуля» Александра Широкова. Пришла на курс я уже, работая в сфере ипотечного кредитования, начали у меня поступать запросы от клиентов на потребительские кредиты, автокредит, рефинансирование. Поэтому вопрос даже не стоял, что, конечно же, надо идти учиться. Кому идти учиться? Конечно же, к Александру Широкову. Так как я была давным-давно уже на него подписана, видела его компетентность, смотрела за его страничкой в соцсетях, купила курс и пошла учиться. В первую же онлайн-встречу Александр... Ну, было много, конечно же, вопросов, и Александр настолько замотивировал нас в том, что брокер не должен обесценивать свои услуги. После этой встречи я повысила стоимость своих услуг по ипотеке и работаю сейчас по новым ценам. Александр, огромное вам спасибо и за это. Свой курс я купила с одного клиента в 2 с лишним раза, так как комиссия по потребительскому кредитованию, она намного выше, чем комиссия по ипотеке. На курсе, конечно же, я узнала очень много нового, очень много фишек, лайфхаков и так далее. И это вообще 2 разных вида кредитования. Ипотека – это не равно потребительское кредитование, как и наоборот. Курс вообще очень классный. Я всем советую, если вы хотите либо расширить сферу своих услуг, либо просто получить работу своей мечты, смело покупайте курс у Александра. А вообще, кредитный брокер – это работа реальной мечты и работа будущего, так как можно работать из любой точки мира. Самое главное, чтобы был интернет, и все. Это вообще, мне кажется, это просто класс. У Александра, ну вот, например, на примере навигатора, вы строите маршрут – и идете к заданной цели. Вот так у Александра построено именно от начала, что ты, ну, от консультации клиента до получения кредита. То есть никуда не сворачивая, идете и делаете. И это очень круто. Еще есть чат-бот, который, ну, такое я вообще вижу первый раз на курсе, ни у кого ранее, где я обучалась, такого инструмента не было. Это очень классный инструмент, так как ты с легкостью можешь подобрать тут же в телефоне банки под любого клиента. В общем, данный курс я советую. И вы его окупите, ну, с одного клиента, как, в принципе, я, даже в 2 с лишним раза. Я не считаю, что стоимость курса у Александра высокая. Знания, полученные на курсе, стоят намного дороже. И я выбрала путь именно обучиться у профессионала, нежели набивать шишки и экспериментировать на своих клиентах. Мы еще также после курса состоим в сообществе брокеров, где друг друга поддерживаем, делимся навыками какими-то, ну, чем-то новым. Можно задать любые вопросы, делимся кейсами, разбираем. Это очень классное сообщество. В общем, курс Александра Широкова я рекомендую всем, кто хочет именно работать в сфере кредитования. Александр, огромное вам спасибо за курс.